Там, это то, что люди показывают на концерте. И когда поют. Талант – это что ты можешь делать. Я могу решать примеры. Талант – это то, что умеет человек. Например, рисовать, лепить, танцевать, петь. Талант – это во что-то я играю. Я играю в куклы, в мишки, в кукольный театр, рисую. Это когда танцуешь красиво. Меня можно назвать талантом красиво, потому что я красиво танцую. Талант – ну это когда ты что-то хорошо умеешь. Ну, у меня есть талант. Я помогаю маме с машиной. И еще там по правилам помогаю маме. Еще когда задом мы выезжаем, я тоже помогаю маме. Мои мама, папа, у них есть талант. Они умеют кататься на велосипедах и работать. Талант, когда думаешь всё. И всегда вспоминаешь. Бог-то очень талантливый. Он создал нашу страну.